Father, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, and everything that we do. And we reach towards you. Проснуться, сеять семя, семя жизни, от которой будут спасаться тысячи людей. Я получила откровение о своем служении, о своей домашней группе. Я знаю, что Бог говорил это не напрасно, чтобы сегодня я начала служить, я начала сеять семя и получать от этого стократно. Дорогие друзья, вот закончилась прекрасная конференция «Дыхание жизни». Бог очень сильно и могущественно действовал, и люди подходили и говорили о том, как Бог сильно касался их от принятых решений, от визуализации, от духе. Мы верим, что будет действие после этой конференции. Да, мы верим, что наша церковь Божья, она вырастет, приумножится, потому что Бог, Он вдохнул свое дыхание жизни в нас, вдохнул свое дыхание жизни в своих воинов, служителей, лидеров, пасторов, и в наш край, в наш город. И поэтому мы увидим, как сверхъестественно будет расти церковь, мы увидим, как Бог будет сверхъестественно в этом году управлять нашими семьями, нашими жизнями и своей церковью. Мы увидим огромный рост и славу Божью в нашей земле. Аминь, да будет так.